На новых MacBook реально мало разъемов. Если вы используете Air, то у вас только мини-джек для наушников, 2 USB Type-C и Apple-овый порт для зарядки. На этом все. Вы больше не получаете ни HDMI, ни стандартный USB, ни разъем для кабеля интернета, про слот для карт памяти я вообще молчу, это было бы удобно. Но, к сожалению, корпус тонкий и нужно было удешевить производство, поэтому они не добавили сюда больше никаких разъемов. Поэтому нужно искать какое-то решение, которое может увеличить количество разъемов и дать вам больше функций для работы, ну или для проведения времени за вашим ноутом. В этом видео покажу вот такой донгл от Ugreen, который имеет 13 разъемов на одном устройстве, и давайте посмотрим, что он из себя представляет и как он может улучшить вашу работу. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Небольшая распаковка в начале. Внутри коробка нас ждет еще один коробок, в котором вы найдете сам донгл, также инструкцию, ну и в целом это и весь комплект поставки. Сразу рассмотрим, как выглядит адаптер. У нас тут огромное количество разъемов, их тут 13 штук. О каждом из них расскажу чуть позже в видео. Теперь организовываем работу с этим адаптером. Берем, подключаем его к нашему MacBook через USB Type-C, который есть. И, кстати, донгл будет работать не только с MacBook, но и с Windows компьютерами или даже с Linux компьютерами, если у вас такие есть. Так что это не только для MacBook, это в целом для всех ПК, которые есть на рынке. Теперь у меня не только два USB Type-C разъема и мини-джек, у меня вот такое количество разъемов, с которыми я могу работать на моем устройстве. Плюс, так как мы занимаем один разъем на ноутбуке, у нас все равно есть USB Type-C на адаптере, через который вы можете заряжать ваше устройство. То есть подключаете к источнику питания, и через адаптер идет зарядка вашего ноута, к которому подключен этот адаптер. Хорошо, что об этом позаботились. Также имеется три разъема для мониторов. Два HDMI и один вот такой DP разъем. Соответственно, вы сможете подключать мониторы к вашему MacBook или к Windows компьютеру, неважно. И получается комфортнее работать, используя несколько мониторов, подключенных сразу к вашему MacBook. Мониторы, кстати, поддерживаются до 4К, то есть сам адаптер это поддерживает. И все упирается только в том, на что способен ваш ноутбук в плане поддержки сторонних мониторов. Еще на адаптере у вас есть 5 стандартных обычных USB-A разъемов. USB устройства старым типом разъема очень много, поэтому вы найдете обязательно, что сюда подключить. Это могут быть как те же самые флешки, так и внешние какие-то, например, жесткие диски, которые могут использоваться как хранилище. И над каждым разъемом вы видите скорости передачи, которые эти разъемы поддерживают. В общем, 4 стандартных USB у вас точно есть, и они будут работать. Плюс имеется слот для кабеля интернета. Если на вашем MacBook что-то с Wi-Fi происходит, всегда можно подключить обычный кабель интернета и все будет работать. Имеются слоты для SD-карт, для наушников и один USB Type-C для подключения каких-то устройств с USB Type-C или там каких-то жестких дисков, которые точно так же через USB Type-C, особенно современные, могут работать. Вот так просто мы избавляемся только от двух USB Type-C разъемов и получаем целых 13, которые мы можем использовать и которые комфортнее скажутся на нашей работе, потому что мы получим больше разъемов, то есть, соответственно, больше устройств можно подключить к нашему MacBook или Windows компьютеру, плюс мы можем сделать работу комфортнее, используя мониторы, используя какие-то внешние жесткие диски, и мы не ограничены по разъемам. Получается, вот этого набора разъемов реально хватит для любой работы или для любого времяпровождения за вашим ноутбуком. Ссылку на этот гаджет я оставлю в описании к видео, это привычная ссылка на Али, там вы можете заказать этот продукт прямо к себе домой, ознакомиться со стоимостью и прочими характеристиками, в общем, ссылка в описании. На этом все, ребят, буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, спасибо за просмотр, пока!